страшное горе. При вылете из Ярославля на матч «Динамо Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». Я хочу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы хоккей высшего уровня в Ярославле продолжался, и чтобы клуб «Локомотив» по-прежнему оставался одним из сильнейших клубов континентальной хоккейной лиги. Первая команда, где так я на взрослом уровне заиграл, и я очень благодарен и Ярославлю, и хоккейному клубу. Такое время не очень простое было. Возрождали здесь команду. Вот, я был первым игроком здесь, который приехал после трагедии. Но здесь хоккейный город. Город живет хоккеем и всегда жил. Но тяжело было, тяжело. Я сначала не понимал, да, куда я поехал и что вообще будет. Но когда приехал, конечно, здесь... Весь город был в трауре, в печали, и потому что, я еще раз повторюсь, здесь город живет этой командой, живет этой атмосферой. И это страшная трагедия была для всего города. Первый матч, помню, да, мы тогда в высшей лиге играли, против альметьевского «Нефтяника» играли. Еще включили ролик перед началом матча. Конечно, мы... Со слезами на глазах выходили на первую смену. Там у «Нефтяника» шансов не было выиграть, потому что мы вышли с такой заряженностью. На всю жизнь воспоминания запомнилось. После побед всегда легче восстанавливаться, и много хороших эмоций, поэтому нормально все, у нас по плану, готовимся к игре. Молодая команда, хорошие молодые ребята есть, и как бы, с «Локомотивом» никогда не бывает просто, в каком бы они составе не были, кто бы тренер не был, всегда здесь особенно. Дальше, дальше! Молодцы! Здорово! Молодцы, защитники, поддерживаем! С дальней стороны, молодцы! Миша, сейчас! Леха Молочек, хорошее решение! На ворота, парни, бросим! Если у нас шайба, они нас не давят, они давят только на фольчеки!
не спешите. Ничего сразу не нашли, если... Алло! Давай в центре бросай! Если ничего сразу не нашли, дайте паузу, наступите. Иди и ждите, пока наши нападающие раскатятся. They bring both three high. Yeah. Got him to come over, and then I'm wide open over there. Quarter! Сложный матч, действительно. Броска мы первые два периода было равенство. Потом третий мы давили, по-моему, там 16-2. Но здорово сыграл вратарь, да, были у нас моменты. Я думаю, 4 минуты большинство хотя бы одну реализовали. Я думаю, выиграли. Но все равно ребята работали, ребята, я говорю, уже немножко так сил все меньше и меньше становится. Отдавали все, это самое главное. Гол есть гол, но что надо было отыгрываться, начали играть шайбы, больше зажали в зоне, вследствие чего и получился мой гол. Это как просто выиграл свое единоборство там в моменте и все, поэтому ничего сверхъестественного там не было. Конечно, тоже надо бы посмотреть. Ой-ой-ой. Пускает шайбу перед собой Паскуали, и это гол. Не прошло 4 минут. Магнитка отквитала еще одну шайбу. И теперь расстояние лишь в один гол. Паскуали, конечно, привез. По игре, в принципе, много моментов было, много бросал, надо реализовывать броски.